Миша! Да, что ты делаешь? Лежу. Это я вижу. Пойдем спортом займемся. Да не, я еще не поел. Ну ты серьезно? Давай через 2 недели, что ли? Ты тут свою жизнь прожигаешь, я смотрю. Ну ладно, давай. Хорошо. Давай. А вы знаете, что люди, проводящие много времени за работой на компьютере и просмотре телевизора, часто страдают синдромом постоянной усталости? Вы не замечаете, как пролетает ваша жизнь за распитием алкогольных напитков, поеданием фастфуда. Это вредит вашему здоровью. О, Миша, привет! О, привет! Что ты делаешь? Занимаюсь спортом. Почему? Я обдумал твои слова и пришел к выводу, что употреблять спиртные напитки и курить – это вредно для здоровья. Красавчик, вообще молодец. Спасибо. Я думал, что бегать спортом, да, и побежали. Побежали! Если ступишь в жертвенный шар, здоровым будешь навсегда!